поскольку Россия создана вот так вот, как пирамида из Москвы, с небольшим, так сказать, хвостиком в Санкт-Петербурге, то кроме вот этих двух городов везде ужасно, просто ужасно. Ну, так в смысле, понимаете, да, это вот ровно те люди, которые никогда не видели стиральных машин там, и унитазы тоже забирают с собой, извините, из оккупированных ими территорий. Но про Москва и Санкт-Петербург, особенно Москва, вполне европейские города, и правительство и власть находятся там, и поэтому люди там в меньшей степени что-то чувствуют. Чувствуют, но в меньшей степени, да, там можем подойти до деталей, наверное, это не так важно.